7 июля отмечается один из самых веселых и жизнерадостных праздников у восточных славян – День Ивана Купалы. Он посвящен летнему солнцестоянию, самому пышному и буйному расцвету природы. Огонь и вода считаются главными атрибутами праздника Ивана Купалы и по сей день. В одних регионах устраивались ночные купания, а в других заходить в реки опасались, ведь в эту ночь именинником был сам Водяной. Разжигали высокие костры, через которые прыгали, чтобы очиститься купальским огнем. На сегодняшний день подобные обряды не соблюдаются, но на смену одним традициям приходят другие. А какие из них популярны у тверичан, сейчас узнаем. Традиции нужны вообще? Ну, это обязательно, потому что вообще традиция – это наш корень. Дерево без корня не живет. Если традиции будут сильными, крепкими, то наше дерево устоит, и поэтому они должны быть обязательно. Есть ли у вас какие-то традиции, может, семейные? Ну, конечно, у каждой семьи должны быть традиции. Ну, на мой взгляд, это почитание своих предков. Ну, даже поминание в храмах о своих ушедших родственниках – это и есть традиция. Поход в храм, например, каждое воскресенье. Ну, чтобы жить в кругу любви, как, не знаю. Очень хорошо относимся к традициям. Есть ли у вас в семье какие-то традиции, которые вы соблюдаете? Празднование Нового года всей семьей, поездки куда-то на природу тоже всей семьей, дни рождения вместе, юбилеи с родителями, поездки к родителям в гости. Как вы считаете, для чего нужны традиции? Традиции наши? Ну, чтобы помнили мы свою историю, не забывали, чтили это все. Передавали это своим детям. Но если успеем, мы сходим у себя в городе на праздник Ивана Купала. Давно собирались. Также Новый год встречаем всей семьей. Ездим к родственникам в гости. Традиции любим, но чаще, когда какие-нибудь такие общегосударственные. А вообще, как вы считаете, нужны традиции? Обязательно. Да. Ну, чтобы сохранять свою культуру. Это же традиция, это наша культура. Конечно, конечно, чтобы молодежь знала обязательно. Ну, для того, чтобы помнить свою историю. Историю своей страны и историю своего города. Большинство тверичан все же почитают традиции. Благодаря обычаям в семье создаются теплые и нежные взаимоотношения, а также укрепляется связь поколений.